Арабский шейх. Москва, пробки невероятные. Едет Кадиллак, в котором сидит арабский шейх, во всем прикиде, красавец. Красавец, богатючий, слов нет, но пробка, поэтому приходится смотреть по сторонам. Вдруг прикинул, какая-то девушка бегает, то тут заскочила в магазин, что-то хапнула, в очереди небольшой постояла, потом на улице там что-то выкинули, она опять в очереди постояла, что-то хапнула, машина едет, и она куда-то бежит, опа, здесь какая-то очередь за фрукточкой, она быстренько побежала, простояла очередь, опять назад бежит, потом смотрит, какую-то селедку норвежскую выкинула, она там постояла, очередь туда. Он говорит своему помощнику: слушай, посмотри, какая девушка красивая какая, и при этом посмотри, как она все время успевает по хозяйству, все, посмотри, сколько дел сразу сделала. А ну, знаешь что, давай, иди, поговори с ней и скажи, что она у меня будет 18-я жена в гареме, что я еще хочу ее взять, потому что она мне очень нравится, она и такая деловая, и так все, видишь, так бегает красиво, ноги красивые, лицо красивое, бегает, много делает. Ну, помощник выбегает, говорит: девушка, вы извините, ради бога, просто вот я тут помощник арабского шейха, понимаете, он очень богатый человек, очень богатый, очень состоятельный, но у него гарем, вот, и он как-то хотел бы, чтобы вот вы вообще замужем? Она говорит: нет, не замужем. Он говорит: вот, очень подходит, вот, потому что он хочет вас позвать к себе в гарем, вы будете 18-й женой, вы будете просто как сыр в масле кататься, соглашаетесь? Она говорит: послушайте, идите вы в баню вместе со своим шейхом. Я еще за хуй в очереди не стояла.